То, что казалось невозможным, удалось сделать всего за один час. Главы государств и правительств Евросоюза убедили премьер-министра Венгрии в необходимости одобрения финансового пакета в 50 миллиардов евро для Украины. «Мы договорились», — написал в соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель и добавил, «это обеспечивает Украине надежное, долговременное и предсказуемое финансирование». До сих пор переводу Киеву обещанных денег препятствовал Будапешт. Премьер-министр Виктор Орбан настаивал на том, чтобы четырехлетняя программа помощи подвергалась пересмотру в ходе своего выполнения. Это его требование удовлетворено, а Венгрия не будет применять право вето. Принятые на брюссельском саммите решения демонстрируют единство Евросоюза в поддержке Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров ЕС.